Приветствую вас, дамы и господа, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу, что нас ждет в декабре и даже немножечко в январе. Хочу в начале видео отдельно поприветствовать таких же гениев, как и я, которые собаки что-то купили. Мы с вами молодцы, танки на нас и держатся, на гениальных танкистах. Какое самое ближайшее событие к нам, которое сейчас происходит? Это на сайте «Мир танков», в разделе «Турниры» проходят турниры. Я думаю, турнирщики и так понимают, что там что-то происходит, те, кто участвует в этом всем. Там и 1 на 1 есть турниры, 3 на 3, 7 на 7, 15 на 15, 3 и 4 числа. Я думаю, те, кто любят турнирчики покатать, они в них и так катают. Ну а для тех, кто забыл, я напомнил, что они существуют до сих пор, оказывается, невероятно. Также с 30 ноября стартанула у нас заслуженная награда. Можно зайти в игру и получить ту награду, которую вы заслужили. Если вы играли в игру больше одного года. Кто играл меньше, тот ничего не заслужил. Но, как показала практика, а именно голосование, большая часть аудитории ей уже около 10 лет. А новичков их очень мало, если сравнить со старичками. Поэтому большинство, кто получает такие награды, они получают жирные награды. Там, как обычно, серебришко, бончики, какие-то там инструкции, еще какая-то белиберда. Ну и, конечно же, жетоны, которые вы можете поменять сами на что хотите. Если вы спросите, а на что же ты поменял свои жетончики, я их поменял почти все на резервы серебра. И немножко еще осталось на боны. Там еще были какие-то 3D стили, но они меня не заинтересовали, поскольку зачем мне 3D стили на танки, на которых у меня уже есть 3D стили, еще и есть на этих танках 3 отметки. Интерес к таким танкам максимально понижен у меня, и 3D стили на них мне, ну, ни к селу, ни к городу. Итак, следующее событие, которое будет происходить. Это какой-то там снегопад подарков. Когда он начнется, непонятно. Но по очереди событий он находится раньше, чем то событие, которое будет в конце декабря. Поэтому оно либо в начале, либо в середине. Какие-то ежедневные задания с какими-то подарками. Это, видимо, какой-то там сюрприз, поскольку эта тайна не раскрывается. Увидим, что это такое. Также ближе к концу декабря будет проходить стрим разработчика или разработчиков. Не знаю точно, сколько их там будет. И стримить они будут с Evil Granny и вспышкой. Я это буду смотреть, если мне ничего не помешает. Выделю самые главные вопросы, которые там будут обговариваться. И, как обычно, сделаю видос, в котором все это расскажу и выскажу свое мнение. Может быть, оно вам не интересно, но так или иначе, саму суть, о чем там будет происходить разговор, вы тоже поймете. И свое мнение сможете, как обычно, написать в комментариях, которые я читаю. Также в конце декабря, в нашем новогоднем наступлении, появится еще режим аркада. Режим аркада будет запускаться 3 раза. Он уже, я помню, запускался 3 раза, вот опять. И будет запускаться, я так понимаю, на зимних картах. Этих зимних карт будет 3. Карелия, Малиновка, Прохоровка. И что хорошо, что на такой карте, как Малиновка, вода вроде как замерзшая. И в некоторых местах, где легко утонуть, я надеюсь, что танкисты сквозь лед не утонут. И вообще непонятно, зачем на том берегу такая глубокая река. Бесит. Что там будет происходить в этом режиме аркада, непонятно. Но в прошлый раз в обычный рандом добавляли какие-то изменения в механике. И порою это было интересно, а порою весело. Как будет в этот раз, посмотрим. Ну и поскольку у нас заканчивается 9 числа новогоднее наступление, и все это время у вас от новогодней атмосферы, там, от прокачанного ангарчика новогоднего, идет повышенный фарм опыта, свободки там или серебра, у вас должны накопиться какие-то ресурсики. Очевидно, что эти ресурсики потом нужно из вас выманить. В прошлые года у нас были черные пятницы, там, черные рынки, извините, которые потом превратились в караван. Также помимо каравана у нас еще была механика, где мы сами там танк собирали за свои ресурсы. Я думаю, что что-то из этого после 10 января должно появиться.
В принципе, в прошлых годах было примерно то же самое. Я думаю, что и в этом году тоже нужно ресурсы из вас выкрутить. Зачем они вам лишние, правильно? А вместо этого вы получите какую-то нужную или не всегда нужную фигню. Ну а стримерам и контент-мейкерам это, как обычно, лишний контент, дополнительное событие, про которое можно сделать видос, стримец и набрать подписчиков со зрителями. Поэтому я не против. Да и все равно заняться в этой игре, помимо катания рандома, не особо есть чем. Поэтому любое событие пусть будет. Вот такие события нас ждут. Пишите в комментариях, что из этого вам интересно. Чего не хватает. А я знаю, чего не хватает. Марафона новогоднего, который обычно в начале декабря проходит, его нет. Я думаю, что танки, которые готовы попасть на марафон, они есть. А где сам марафон, непонятно, его нет. И когда он будет, непонятно тоже. Про него никаких слухов даже я не слышал. Вот такие вот события нас ждут. С вами был Варчик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Всем удачи, новогоднего настроения и пока.